Всем привет, дорогие зрители! С вами Underworld и его ведущий Stepwolf. Я нахожусь сейчас в самом центре Москвы. Освещение — это не спецэффект. Здесь действительно такое освещение. Сейчас я покажу, собственно, виды с того места, где я нахожусь. Вот перед нами сталинская высотка на Баррикадной напротив зоопарка. Вдали виднеется комплекс Москва-Сити, гостиница «Украина», знаменитые советские высотки «Книжки» на Арбате. Там Министерство иностранных дел на фоне здания университета. Вот вдали виднеется университет, здание Академии наук. Чуть дальше комплекс зданий Сбербанка. Ну и сейчас мы посмотрим в сторону Кремля со стороны Нового Арбата, Кутузовского проспекта. Прямо перед нами Кремль, дворец съездов. Это еще одна сталинская высотка, если я не ошибаюсь, на Русаковской. Там где-то рядом должна быть еще гостиница «Ленинградская». Да, вот как раз гостиница «Ленинград» или «Ленинградская», сейчас не помню, как правильно называется. Конечно же, Останкинская башня, на фоне крыши, с которой, на которой мы сейчас находимся. Такая тут подсветка, сине-фиолетовая на крыше. Конечно же, имея хороший зум, можно поснимать, что же творится в окнах, в квартирах дома напротив. А это офисные помещения в знаменитых домах-книжках на Новом Арбате. Тоже без труда можно заглянуть туда, что же там происходит.
кто-то еще сидит на работе, кто-то уже ужинает дома. Так и живет вечерняя Москва. Весна идет, в Москву пришли поливальные машины, которые движутся по Арбату ровным строем. Создают пробку. Да. И все яростно им сигналят и пытаются объехать. Но это уже действительно первые предвестники весны. Потепление. Такими видами, несмотря на погоду, можно любоваться бесконечно.